Всем здорово, чуваки. Это здорово. Big Open Case, на которая после бага Стима. Сейчас. А ну-ка, здесь можно историю показать, интересно, через браузер? Историю покупок? Да-да-да-да. История продажи. Да. Сообщество, торговая площадка. В общем, пацаны, торговая площадка. 9к Стима. Просто. Это за Стима Вулкан. Лагануло, и Никитос успел продать Вулкан. Да, ты же Вулкан продал? Да. И вот у него было на счету... Это просто Габелла! Более, да, 20 тысяч, точнее 19. Да, и в общем мы понакупали ключей, и сейчас будем делать open case на все кейсы, которые у нас есть. Еще 9к осталось, помощи ножек надо. Так, давай, будем сейчас молиться великому святому Габену, Габену, который подарил Габену нам такой шанс. Да. Только тут давай. Не все ключи, сколько успел, столько Наталья. Так, какой? Открывай. Давай, так, 3-2-2 давай у нас схема будет. Третий. Давай. You spin me right round, baby, right round, and a record... Осирис. Неплохое, да, давай. А потом в контракт. О, там, по-моему, прямо заводу осилить. После полевых. После полевых. Да вот это вот качество вот, мне нравится. После полевых как прямо с завода выглядит. А, подожди, 3-2-2 же, да? Да, 3-2-2. Так, я понял, так, надо начинать с ящика. Сейчас. Да. О, да. Я мечтал об этом. Конечно. Это самое такое любимое. Так, 2-2. You spin me right round, baby, right round. Пучина. Пучина, конечно. Ну ладно, тут еще контракт заделаем. Сколько будет. Пушек уже много. Брекаут последний, короче. Так. О, сколько там хорошего всего было. Заговор. Пустынная, так, конечно же, Негев. Конечно. Да, конечно, Негев. Зачем ножи, зачем все, когда есть Негев? Какой? Так, ну давай, теперь схема 2-2-8. Я закрытыми глазами открыл. Ладно. Ну давай что-нибудь, Вася. И тебе выпал. У меня такой есть, нечестно. Я помню, один раз открыл, и у меня выпали копки. Было обидно. А, прорыв кончился. Прорыв у нас нету уже. Давай охотничьи открывай. Так. Ну да, что-нибудь хорошее, Габен. Воу, стой, Сайрекс, неплохо, Сайрекс. Воу, неплохо. Конечно, качество оставляет желать лучшего, но все-таки немного поношенное, а почему оно такое потертое дико? Это, наверное, как этот Франклин. Баг такой же. Только давай, я хочу Хансман Кнафе. Ну, конечно, спираль. О чем я вообще? Кстати, ЦЗшка из нового кейса неплохо выглядит. Книфе! Стой, Бизон! Нет, Айзик. Конечно. Это так не прикольно, так это Айзик. Картрековский Айзик, кстати, Кайман там улетел. Ну куда? Модуль, Как всегда. Пока нам только Осирис и сверхновая выпала. Ну, Сайер, дождь. Модуль, конечно. А дальше пустота. Дальше Габен не хотел жевать гроб. Последний. Кнайф. Ой, Кнайф. Последний. Кнайф! Хочу Кнайф. Убийство, мечта, трэш! Потом нож выпал. Сука, Костя. Амахасла! Делай скрин. Если отберусь хоть скрин. Я скрин даже сделаю, бич. Все. Пацаны, спасибо за просмотр.
Кидайте мне оффером кейсы, может быть, еще открою. Все, спасибо всем за просмотр, пока.